для всех любителей сладкого и не очень. Словом, для всех, у кого слово «десерт» вызывает только самые приятные ассоциации, этот шедевр от Gemlux станет лучшим другом и собратом. Казалось бы, небольшое устройство, но всего в несколько простых шагов мы сможем приготовить целых 2 литра вкуснейшего мороженого, щербета или холодного йогурта. Причем его состав вы можете определить сами. Итак, нам понадобится молоко, сливки, сахар, и сегодня я решил поэкспериментировать. Киви, арахис, фундук и кешью. Итак, нам необходимо смешать все ингредиенты для нашего великолепного, чудесного, потрясающего мороженого. Итак, все очень просто. Закрываем крышкой. Нам потребуется режим ice cream. Ну что ж, запускаем. Я в нетерпении, но придется немного подождать. Чувствую себя причастным к созданию чего-то прекрасного. Очень уже хочется попробовать, что получилось. Правда, нарушать такую идиллию даже немножко жаль. Знаете, чувствую себя как Бриджит Джонс с ведром мороженого. И вам таких же ярких вкусовых ощущений желаю. Тем более, что с этим фризером это настоящая реальность. Gemlux, готовьте с удовольствием.